Продолжается ежемесячный фотоконкурс «Инициативная молодежь Ямала-2016», который проходит с февраля по декабрь 2016 года в рамках Года молодежных инициатив в Ямало-Ненецком автономном округе. Организатором конкурса является государственное бюджетное учреждение Ямало-Ненецкого автономного округа «Окружной молодежный центр». Активную и творческую молодежь Ямала призывают принять участие в окружном фотоконкурсе. С помощью фотоснимка можно рассказать о своей деятельности, расширить спектр инициатив, приобщиться к творчеству, в частности, фотоискусству. Участники могут разместить фотографии о молодежных инициативах в социальных сетях под едиными хэштегами. Открой свой Ямал, будь первым! Условия этого конкурса очень просты. Принять участие могут абсолютно все желающие. Главное – выложить фотографию под хэштегами, которые указаны в объявлении. И главное, чтобы фотография была направлена на развитие молодежной политики, молодежных инициатив. Выкладывайте фотографии в социальные сети ВКонтакте, в Фейсбуке, в Инстаграме. И будем ждать ваших фотографий и победителей. Работы принимают до декабря. Главное условие конкурса, чтобы снимки соответствовали теме Года молодежной инициативы. Кроме того, будут учитываться творческий подход, оригинальность сюжета и цветовое решение. По окончанию конкурса жюри определит 11 победителей, по одному на каждый месяц. Авторы лучших работ будут награждены дипломами и ценными призами. Фотоснимки, занявшие первые места, будут размещены на интернет-площадках окружного молодежного центра. Дарья Смородова, Максим Мячин, программа «Время местное».